главный вопрос. Скажите, с чем у вас ассоциируется имя Legalize? С потрясающим качеством его скиллза, флоу, его уровня именно, скажем, как исполнителя, как рэп-исполнителя. Для меня Лига — это стандарт качества прежде всего. Прежде всего и стандарт качества, который не менялся и не меняется. Ну, легенда. Человек-легенда с нами. Как вы думаете, чего всем ждать от его новой композиции? Это будет что-то новое или все-таки погружение в старое? Зная Андрея, я понимаю, что он в постоянном поиске. Я думаю, что это будет что-то новое, потому что любая форма, когда она остается неизменной, в итоге умирает. Надо искать новые формы выражения. Андрей это знает, наверное, лучше, чем я даже, потому что у него очень большой и глубокий опыт именно создания образов, музыки. Да, наверное, так. Вот он говорит, что лучше не повторяться в своих темах в творчестве. Какие темы вы считаете самые свежие и новые, например, для вас? В литературе всего 36 сюжетов основных. Да, также, наверное, и в музыке, потому что что трагедия, что комедия, что драма построены на основных принципах композиции, да, и это имеет отношение прямое к музыке, потому что в музыке, в песнях используются абсолютно те же сюжетные линии, мотивы, которые используются и в классической режиссуре. Я режиссер по профессии, поэтому и мыслю качествами, и стандартами, возможно, режиссерскими. Вот, темы все те же. Любовь, кровь, морковь.